Добрый день! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом баклажанной закуски, который называется светофор. Вначале мы возьмем лук и нарежем его кубиками. Слегка обжариваем на растительном масле. А в это время нарежем баклажаны тоже кубиками. И добавляем к луку. Периодически помешивая, обжариваем баклажаны до мягкости. Баклажаны почти готовы. Теперь мы можем их посолить и поперчить по вкусу. Обжариваем еще минуту, затем перекладываем в тарелку и остужаем. Помидоры нарезаем кубиками. Зелень мелко рубим. Подготовленные ингредиенты выкладываем на блюдо и оформляем в виде светофора. Красным цветом пойдут помидоры, желтым – консервированная кукуруза, а зеленый цвет придаст укроп. Вот такой веселый салат понравится даже детям. Приятного аппетита!